Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ну что, мы все задания выполнили в этом районе, и теперь мне нужно идти к Пол's Энту, там нас ждет наш знаменитый, так, Иоанн Сид. Короче, это главарь этого района. Там 4 родственника. Типа, и вот этот вот чувак, который на заставочке, мы сейчас будем с ним базарить, что он там нам скажет. Он хочет, чтобы мы искупились за свои грехи. Ну, посмотрим, получится у него это сделать или нет. Безлюдно. Двери заколочены. Ой, куда ты бежишь? Да, вот они, еретики все тут. Сектанты. То есть, лепестки здесь. Ого, как тут сделано. И трупов куча. Ну, ща... Ох ты, господи. Ща посмотрим. Быстро вышибем ему мозги и пойдем дальше. Следующий район, там будем разбираться. Спокойно. Можно ошибиться и в слове «гнев». Грех нужно обнажить, иначе его не смыть. А скрывая грехи, мы прячем себя. Но это позади. Твою сущность, что прольется на этот пол, увидят все. Ого, тут туса прям. Вот так. Если Магомед не идет к горе, то гора придет к Магомету. Начнем! Чё начнем? Нет, не надо начинать. Блин, и все друзья тут. Может, друзья, прости, облегчат тяжесть искупления? Братья. Мы собрались здесь, чтобы узреть. Сукин ты сын! Попробуем еще раз. Братья, нет, чувак, не надо. Здесь, чтобы узреть. Братья, ничего не говори. Мы собрались здесь, чтобы узреть. Искупление грехов отступников. Искупление грехов отступников. Итак, Ник, Рай, положи руку на слово Иосифа. Итак, Ник, Рай, нет, положи. К черту. Не хватало еще слушать этого психопата. Алчность. Твой грех. Вечно думаешь о себе. Ой, красава, братан. Так и надо. Че он там ему говорит? Ник. Да. Да, я согласен. Чё он ему сказал? В смысле согласен? Нет! 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 Вот! Сила слова «да». Сила, что смоет твои грехи. Сила, что освободит тебя. А.
Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Итак, помощник, положи руку на слово Иосифа. Пошел ты! Отрекись от своих деяний и признай грехи. Отрекись от своих деяний и признай грехи. Так он Библию держит. Скажи «да». Нет. Всего одно слово. Нет. Пошел. А у меня выбора типа нету. А если я не нажму? Ага. И что, ну давайте посмотрим, что будет. Ага. А, ну допустим. Скажи ему да. Да не буду я ничего говорить. Не, я понимаю, что это задумано так разработчиками, все дела, но мне просто интересно, что будет. Ствол! О! Оба-на! Вот это да! Оба-на, вот это вот да, вот это вот да. Вот как хорошо, что я не сказал это да. Ой, пушки у меня. Так. Где он, где он, где он? Где тачка его? Ого. Так. Захватите. Ладно. Так, турель установлена на пикапе. Окей. Да, я понимаю, но мне патроны надо подбирать. Да, прыгнул, прыгнул. Куда мне? Мне в турель или за руль? Место стрелка, ладно. Да, окей, все. Ну, езжай. Ага, все, она едет нормально сама. Отлично, управлять ей не надо. Или это свои типа были? Блин, это свои были. А, ладно, они все на трупах. Вот это вот улетаешь. Да каким шинам? Я и так справляюсь четко. Да сколько ж тебя надо высадить? А, вот еще один. Это все тот же. Ой, уже все в крови. И, скорее всего, в моей крови. Так, где самолет? Сбей самолет, или нам крышка. Я атакую цель. Сейчас. Давай, помощник. Но он задымился. Я выше поднять не могу. Ой, четко, четко. Так, где, где, где перед? И чё? А, ну пока все гладко, все четко идет. О, здесь я уже был. Хватает
Так, да, я бегу, бегу, бегу. Блин, опять самолет. Дружище, это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды. Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи. Так, а как тебе сказать-то? Ну поднимись. Я сказал. Поднимись. Нет, не так, да? Так, а если через вот эту вот кнопку навыки, вот, состав отряда. Где тут, вот он, выбрать. Назначить. И что теперь? Бойцы удалить, удалить. Выбрать. Ну вот я выбрал, типа. Так, это удалить можно. Ну? Я буду так быстро, ты точно успеешь. Ага, то есть ты летишь, а, отлично. Крохнем этого гада, играй. Ты уже забыл, что я тебе сказал? Пошел ты! Ты чертов демон, и мы отправим тебя обратно в ад! Понял? Ты покойник! Так, так, так. Как заразен бывает гнев. Придется убить вас обоих. Так. Подожди, на хвосте я у тебя должен быть, а не ты у меня. А ты отринул его. Взгляни, что ты натворил. Взгляни на порожденный тобой гнев. Я под обстрелом. Долго не протяну. Так, а чё не стреляем? Чё не стреляем-то? И почему у него ХП полный? Я ж попадал. А в смысле? А... Что? Так, стопэ. Я же по нему 100% попадал. 100%. Ну, ХП у него не уменьшалось. Дружище, это Ник. Ублюдок не должен выйти сухим из воды. Если нужно, я поднимусь в воздух. Только скажи. А ты уже забыл, что я тебе сказал. Пошел ты! Ты чертов демон, мы отправим тебя обратно в ад. Понял? Ты покойник. Так, так, так. Как заразен бывает гнев. Блин, а хорош петлять-то, братан. Так, ладно. Так, а почему я не стреляю больше? Пригрелся, что ли? А, что? А, все, понял. Дай. Меня попали! Да чуть-чуть осталось. А,
Не. Заберите его, она ключ от бункера. Так, теперь он, короче, пикирует. Так, и что теперь? Ага. Где он есть-то? А, вон он летит. Вижу. Сейчас я тебя с парашюта буду наказывать. Давай. Блин, он за деревом прям. О! Вы победили Ивана Сида. Отлично. Все. Как-то, блин, даже слишком легко было. Ну, помимо самолета, да. Ну, тут на управлении, на самолете... Никогда не любил на самолетах летать. Там управление вообще не нравилось. А вдруг Иосиф прав? Что ты... Никогда не задумывался об этом. Все думают, что он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сам знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки. На тех, кто правит. Хочешь ключ? Думаешь, что спасешь людей, но они уже спасены. У нас был план. Тебя не понять. Ты не веришь. Ты не видишь! Да спасет Господь твою душу. Дай ему в морду уже! Так, гнев выполнено. Помощник, даже не знаю, что сказать. Иван держал Галину в страхе так долго. Не думал, что доживу до его смерти. Но расслабляться рано. Хадсон и другие заперты в бункере. Их нужно спасти. Отправляйся немедленно. Я соберу людей, мы присоединимся к тебе. Страшно представить, что сектанты сделают с пленниками после всего этого. Так, теперь нужно добраться до бункера. А, я в другую сторону шел. Есть новости? В магазинах появилась новая снаряга. Глянь как-нибудь. Ой, ну а это обязательно. Так, медведь. Давай, не глупи. У меня тут очень ответственное задание. Мне тут с бункером разбираться надо. А вон моток есть. Точнее, квадроцикл. Он уже не нужен. Есть контакт! Так, это не то, это нам не интересно. Так, используйте ключ. Да, я помню это место. Ты по кому стреляешь? Это кто? А, это типа свои. Вот. А, нет, это не свои. Ого. 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 А вот сейчас. Вот сейчас. Почему? Когда я наводил на вот эти вот, так скажем, персонажей на этих, у меня цвет прицела не менялся. То есть он был красный. Почему он был красный? А потом, когда я уже начал стрелять, или они, когда меня заметили, тогда он только цвет поменял.
блин, вот этот пулеметчик, что-то он меня это напрягает. Надо от него сразу как-то избавляться. Надо с... Так, ладно, все, собрался. Сейчас я сразу сначала бинокль, осматриваю территорию. Кого могу почикать со снайперки, чикаю. А потом уже с автоматика добиваю. Угу, один. Угу. Угу. Так, по идее, можно на крышу залезть. Ага, вот они. И снайперы, и пулеметчики, и все-все-все. Так, получится ли у меня забраться на крышу? Да, я думаю, да. Во! Отлично! Кто? Где? А где, кстати, свои? Ага, все отлично. Да что ж такое-то? Ага. Мы выиграли битву, но не войну. Пора готовиться к следующему бою. К какому следующему? Нет, следующий не нужен, у меня патронов нету. Я, конечно, попробую сейчас пособирать. Но мне кажется, я не наберу 120 штук. Да, с патронами здесь беда. Прям беда-беда. О, давайте я возьму вот эту штуку. Повеселимся, так скажем. Ну, прям конкретно, короче, повеселимся. Мне только надо этих. Патрон, патроны, патроны нужны на эту беду патроны. Так. Давайте ключ используем и открываем решетку. Отмена блокировки. Блин, реально прям бункер-бункер. The power of AES. Сила слова «да». Так. Останемся внутри! Здесь безопаснее! Так, и сколько вас здесь? Ага. Любовь отца остановит гнев. Мы готовы к этому! Бегите! Ага. Я вроде победил. Так, ХП восстанавливается. ХП восстанавливается. Это хорошо. Блин, ну если бы здесь не было этого восстановления, блин, с аптечками беда бы была. Так. Проход здесь.
Так, что еще ниже? Чё ж тут за бункер-то такое не построили-то? Не, братан, я посильнее буду. Правда, у меня уже нет жилета, но да ладно. Слышу тебя, вижу, ублюдка! Если мы не сможем защитить... Я никуда не тороплюсь. Сори, братан, но я не дал тебе страшно так умереть. Так, куда дальше? Скорее всего, сюда. Может нет, а может да, а может это навсегда. Так, это у нас кто? Вы не можете так с нами поступать. Так, это пленники. Но я их пока не могу освободить. Блин, еще ниже, да сколько здесь спускаться-то надо? Ого! Вот это сектанты. Вот это да. Это как из этого, из Декстера. Я помню, там были такие фигуры. О. Так, неужели... Это нет, это не священник. Так. А зачем ты меня бьешь? Я же свой. Ах, это ты. Черт, боже мой. Да, да, это я. Не ждала, что ты вернешься. Что-то происходит. Все сраные дымщики внезапно забегали. Стали закрывать двери. Нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. Он. Это все он. Это он. Этот сраный выродок. Да, я тоже не рад. Он спускался сюда, становился в что он такой козел. И смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Да, не ссы, подруга, я освобожу всех, весь этот штат. Другие. Так, я тут не одна, были другие. Их нужно спасти, а потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги или не мешай. Ну, конечно, я помогу тебе. Нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Ага, поехали.